Те могилы, которым угрожает опасность обрушения, будут перезахоронены, останки, находящиеся в могилах. 6 ноября у нас согласование со всеми органами государственной власти получено. Всего на этом кладбище 13 могил. 4 будут перезахоронены, остальным опасность не угрожает. Мы, так скажем, уведомили родственников захороненных на этом кладбище, ну, с целью, может быть, у кого-то возникнет желание перезахоронить своих близких в другом месте –